При имени Владимира Маяковского сразу вспоминаются его чеканные, полные эпатажа, пафоса и смелости стихотворения. Поэт – один из самых ярких представителей авангардного искусства и ключевая фигура советской литературы. Помимо поэзии, Маяковский проявил себя как драматург, киносценарист, режиссер, актер, художник, редактор журналов. Все творчество Владимира Владимировича было устремлено в будущее, поэтому и сейчас его произведения понятны и актуальны. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения поэта. К этой знаменательной дате музей книги, библиотеки имени Маяковского подготовил книжно-иллюстративную выставку «Поэт и гражданин». На выставке представлены книги из различных отделов библиотеки, дореволюционные издания 20-30-х годов, книги периода Великой Отечественной войны, книги с автографами, современные издания, миниатюрные, малоформатные издания. Особенное место на выставке занимает полное собрание сочинений Владимира Маяковского, которое вышло в период с 1934 по 1938 годы под наблюдением и редакцией Лилии Брик, музы поэта, которая была главной хранительницей архивов Маяковского, его рукописей и черновиков. Под ее редакцией выходил каждый том, и она выступила инициатором размещения на передней крышке каждого тома монограммы ВМ. Эту монограмму, этот графический символ она придумала еще в начале знакомства с Владимиром Маяковским и украсила этой монограммой обручальное кольцо, которое подарил Владимиру Маяковскому. Всего в полном собрании сочинений поэта 13 томов. Также на выставке библиотеки представлены книга сочинений в одном томе Владимира Маяковского 1941 года и необычное издание поэмы «Флейта позвоночник». В эту книгу впервые вошло факсимиле воспроизведение поэмы 1916 года издания, а также рукописный вариант, который создан совместно Владимиром Маяковским и Лилией Брик в 1919 году. Книжно-иллюстративную выставку «Поэт и гражданин» можно посетить в музее книги в течение года в часы работы библиотеки Маяковского. Справки по телефону 9-94-25 для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.